сада. У меня двое деток. И вот младшенькому пришло время выбирать стульчик для кормления. Решили попробовать стул фирмы Стоки. Вот он в собранном виде уже. Вот. И в процессе выбора стула наткнулась еще на стул Врастайка. Решила попробовать и этот тоже. И посмотреть, какой из них лучше. Итак. Ну вот так мы сидим на стульчике Врастайка. Да? Ой! Ну вот так вот ребенок сидит. Да, сидим мы так. Вот он так крепится. Есть такие фиксаторы. Он очень легко ставится, легко снимается. Сейчас мы покажем, как он снимается. Надержимся на погремушке. Да? Все, погремушки уплыли. И ребенок дальше продолжает сидеть. Очень удобно, что такой стульчик можно просто приставить к обеденному столу. И ребенок будет с вами кушать. Ну что, вот так вот мы сидим, зафиксировали пятиточечными ремнями, то есть и по области пояса, и по плечикам. И вот тут вот еще такая штучка. Все это регулируется, все это на удобных карабинах, все это отстегивается. И это хватит надолго-долго. Теперь поговорим про вкладыши. Все очень легко и просто. Все это легко одевается, потом легко снимается, легко моется, легко стирается. Если вдруг что-то пролилось, быстренько сняли, застирали, замочили. Вот. Единственное, что я когда сажала ребенка, вот мне не понравилось, что он все время так вот съезжал. Но это такое дело. Не сильно влияющие на функциональность, поэтому, тем более, когда одевается вот эта вот штучка, фиксатор уже, никуда эта штука не денется. Ну да, немножко слазит, елозит, ну ничего страшного. Вот. Вот это вот вторая, тоже быстренько одевается на спинку. Здесь такие боковушки классные на липучках. Раз, защелкнул, защелкнул. Очень все быстро и просто. Вот. Так что, в принципе, все легко, все просто, никаких проблем. Ну что, а теперь поговорим по поводу вкладышей на Врастайку. Тоже все очень просто. Вот сейчас мы его сняли. Все это легко одевается, все на липучках. Практически все то же самое. Что отличие, и оно мне понравилось, что здесь сделаны липучки, и они фиксируют все внизу. И это вот все не скользит и не двигается, все точно так же. Защелкивается. Спинка получается тоже на липучках. Все это тоже легко снимается, легко достается, легко стирается. Потом опять навешивается, и все. Так что все тоже очень легко и просто. Здесь мы тоже сидим. Здесь тоже есть ремни безопасности. Ну, уже не буду показывать. Единственное, что здесь вот мне не совсем понравилось, когда мы растем, вот это вот все-таки более жесткая получается каркас, и не очень удобно сажать. То есть ножки упираются немножко. Когда маленький, еще хорошо все проходит. Да, скажи. А когда большой, не знаю. Ну вот так он сидит в стульчике Стоки. Да? Нравится? Да, нравится, да. Ивинка крутила Врастайку, справилась даже немножко быстрее меня. Вот. Собирались они все легко, все просто. Единственное, что у меня возникли немножко
проблемы с тем, что вываливались бочонки при сборке. И как-то собиралась непонятно. Собиралась, крутилась, но так и не докрутилась. Там вот резьба видна, как-то непонятно, не знаю почему. И вот немножко не понравилось, но тут как бы я, не знаю, может модель такая попалась. Непонятные какие-то шероховатости. Как бы хотелось бы, чтобы при такой цене было немножко другое качество. Вот и так все быстро собралось, все просто, да, получилось. Собрали мы наши стульчики, отрегулировали под буквально практически одну высоту. Ну, давай, садись, пробуем. Так. Ну что, удобно? Да. Отлично. Ну что, наш стульчик вот этот вот рассчитан, получается, на 100 килограмм. Давай перелазь сюда. Этот на 80. Ну, нам еще далеко. Так что... Ну что, удобно? Да. Только чего-то он чуть-чуть скрипит. Ну, это мама так собирала. Подводя итоги, значит, посмотрели, попробовали мы стульчики, посадили и ребеночка маленького, и побольше ребеночка, и сама посидела. Что можно сказать? Стульчики приблизительно одинакового функционала, одинаковые по аксессуарам. Единственное, что, может быть, не совсем мне понравилось, как я его то ли собрала, то ли что. Он у меня немножко все-таки шатается, я его попробовала пересобирать. У меня ничего не получилось, не знаю, может, руки не те приложились. В общем, выбрали мы стульчик все-таки вырастайка, потому что и по цене в два раза дешевле, и все то же самое. Поэтому